Чтобы попробовать настоящую тайскую еду, теперь не обязательно ехать в жаркое королевство. В пятизвездочном отеле «Октау» будет представлена знаменитая тайская кухня. Местные шеф-повара обменялись опытом с коллегами из Таиланда. Тайская кухня, которую считают одной из самых популярных в мире, известна творческим подходом к свежим ингредиентам, ароматным травам по полезным для здоровья свойствам. Но самое главное, считают повара, это любовь к тому, что готовишь. По словам чрезвычайного и полномочного посла Таиланда Чатчаванса Корнсина, казахстанский народ все больше начал посещать его родину, что не может не радовать. Кроме того, приезд известных шеф-поваров и самого посла для обмена опытом и популяризации тайской кухни в Октау станет еще одним толчком для развития дружеских отношений между странами. Основная миссия нашего сегодняшнего мероприятия – популяризация тайской кухни в Магистауской области. Тайская кухня – одна из самых популярных в мире. И как пример можно упомянуть, что блюдо том-ям имеется в каждом кафе и ресторане. Кроме того, одна из целей сегодняшнего вечера – научить местных поваров готовить настоящую тайскую еду, то есть том-ям-кунг и другие блюда. Сегодня мы предложили 6 блюд, из них 5 главных, одно десертное. Завтра повара обеих стран организуют тайский званый ужин, на котором каждый гость сможет попробовать блюдо нашей традиционной кухни. Как было отмечено на гастрономической встрече, каждый таец любит готовить. И доказательством тому стал сам посол. Несмотря на свое высокое положение, он лично приготовил один из известных салатов его страны. Как оказалось, господин Чатчаван каждые выходные приглашает коллег-чиновников на гастроужин в свою резиденцию. Большинство блюд тайской кухни представляют собой причудливое сочетание самых разных ингредиентов, которые не могут сосуществовать вместе, но это только на первый взгляд. В свою очередь повара пятизвездочного отеля быстро схватывали шаги приготовления аутентичных блюд тайской кухни. В меню известны любимые нашими соотечественниками блюда суп том-ям-кунг и лапша пад-тай, карри, массаман и другие. Сегодня к нам прибыли прекрасные шеф-повара, мастера своего дела, чтобы поделиться опытом в приготовлении еды тайской кухни. Мы вместе приготовили множество необычных и вкусных блюд. Хочу в будущем готовить эти блюда в нашем ресторане, чтобы и посетители могли их попробовать. Кроме того, надеюсь поработать с коллегами в дальнейшем. Мы очень рады такому обмену опытом. Благодарим за прекрасную возможность и организацию этого мероприятия. Стоит отметить, что все блюда готовят исключительно из местных продуктов. Повара мастерски отразили в приготовленных блюдах синергию отечественных продуктов в сочетании с тайскими ингредиентами. Айжан Сабитхазнаджан, Спандиар Дидар.